ВОЗ сообщила о низком запасе вакцин против холеры. Согласно статистике организации, в этом году о вспышках заболевания сообщили около 30 стран и регионов. В то время как за предыдущие 5 лет инфекцию выявляли в среднем в 20 государствах. Кроме того, текущие случаи более смертоносные. Обычно ежегодно по миру распределяют почти 36 миллионов доз противохолерных препаратов. Из-за их нехватки ВОЗ временно пересмотрела рекомендации по вакцинации. Эксперты организации также заявили, что увеличение количества инфицированных связывают с изменением климата.